Всем привет! В эфире программа «Живи в ритме хит нон-стоп». И сегодня мы познакомим вас с уникальным местом – клиникой превентивной и восстановительной медицины «Тринити». Пойдем со мной! Здесь люди становятся красивее. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы вас ждали. Добро пожаловать в клинику «Тринити». Елена Писарькова, генеральный директор клиники «Тринити». Под своим чутким руководством Елене удалось собрать лучших специалистов с большим опытом работы в индустрии красоты. Врачи и косметологи клиники регулярно проходят повышение квалификации, ежегодно участвуют в семинарах, конференциях и международных конгрессах. А сегодня Елена лично познакомит нас с уникальными методиками клиники «Тринити». Соня, вы у нас первый раз. Я хотела бы показать вам нашу клинику «Тринити». Прошу. С удовольствием. Ежедневно миллионы женщин и даже мужчин проводят домашние уходы для лица и тела. Современный мир дарит нам уникальную возможность сохранять красоту и молодость с помощью аппаратной и инъекционной косметологии. Как же сделать правильный выбор и не ошибиться при выборе врача-косметолога и действительно нужных процедур? Мы расскажем в сегодняшнем выпуске. А начнем мы, пожалуй, наше знакомство с процедуры гидромассажа. Гидромассаж. Он проводится специалистом, доктором. Под давлением пациенту проводится гидромассаж, то есть струя воды попадает на тело при определенных манипуляциях доктора. А для чего нужна эта процедура? Какие проблемы она решает? Процедура данная решает много проблем. В частности, первое – это проблема коррекции веса. Это устранение целлюлита, это устранение жировых отложений и, соответственно, общий оздоравливающий эффект. Вы получите хороший дренаж, вы увидите, что у вас ушла апельсиновая корочка, а вы это обязательно увидите. Персонал клиники ориентирован на комплексный подход к коррекции возрастных изменений лица и тела, решение проблем лишнего веса и восстановление силуэта, лечение различных кожных заболеваний, проблем кожи головы и волос. Расскажите, какие процедуры вы сегодня выполняли? Я прихожу в клинику «Тринити» регулярно, и сегодня я делала пилинг и чистку лица. Здесь работают профессионалы, они знают свое дело, и я, приходя сюда, могу доверить свое лицо. Все наши аппараты, которые представлены в нашем медицинском центре, которые все имеют сертификацию Российской Федерации, и мы гордимся тем, что все аппараты у нас сертифицированы, и мы предоставляем качественные услуги. Данный аппарат Next Medio Star производства Германии. На данном аппарате мы проводим качественную европейскую эпиляцию. Этот аппарат убирает пигментные пятна, можно провести лазерное омоложение. Данные процедуры показаны совершеннолетнего возраста и только по показаниям врача. Человек по-настоящему красив только собственной красотой. Именно этим руководствуются врачи-косметологи клиники. Их работа направлена на сохранение и приумножение красоты, на индивидуальность, а не шаблон. Мы находимся в кабинете, где проводится процедура РФ-лифтинг на аппарате Scarlett. Расскажите, пожалуйста, про процедуру и зачем она нужна. Данная процедура проводится с 18 лет с целью уплотнения и улучшения качества коллагена, находящегося в наших поверхностных слоях. Это дает, позволит нам и лечить, если есть проблема угревой болезни, постакне, есть снижение тонуса кожи, есть ранние признаки старения кожи. Хотя это в любом возрасте можно проводить. Когда произошли перемены, связанные с пубертатным периодом, это пигментация, это ранние морщинки. В любом случае, процедура позволяет нам получить достаточно красивое состояние кожи. В этом кабинете я вас познакомлю с аппаратом Mantis.
А что это такое? Никогда о таком не слышала. Действительно, очень уникальный аппарат. У него очень интересное направление, очень уникальные действия. В чем они заключаются? Ну, первое, то, что данный аппарат исключительно предназначен для работы по телу и по лицу. Здесь происходят следующие процессы. То есть эндомассаж с магнитным полем. Есть роликовый массаж, когда ролики захватывают определенные участки тела, то есть непосредственно вот таким вот образом массируя, и посылая импульсы магнита. Расскажите, а в каком возрасте можно проводить данную процедуру? Данную процедуру можно проводить с 18-летнего возраста исключительно по рекомендации врача после консультации. А какие существуют показания к проведению данной процедуры? То есть это коррекция фигуры, это устранение жировых отложений, устранение целлюлита. Также аппарат имеет еще физиотерапевтическое действие, постоянное магнитное поле. Это при растяжениях, это при ушибах, это посттравмовый период, то есть после переломов, когда за счет магнитного поля увеличивается быстрое заживление. В нашей клинике исключительно работают врачи с высшим медицинским образованием дерматокосметолога. Мы отвечаем за здоровье наших пациентов, гарантируем профессиональный подход и качественные услуги, проведенные в нашей клинике. Сегодня мы с вами познакомились с клиникой Trinity. Клиника Trinity – это сочетание самых передовых аппаратных и инъекционных методик, самых лучших специалистов и уютной, доброжелательной атмосферы. Клиника Trinity – это честность, внимание каждому клиенту и профессионализм. Вы смотрели «Живи в ритме» хит «Нон-стоп». С вами была я, София Романова. Увидимся в эфире Европа Плюс ТВ.